И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Wolf. И сегодня мы пойдем за тенегривами. Либо одним, либо двумя, не знаю. Ну вот, хотел показать, как выглядит седло. Я вот сделал мейвинга. Ах, твою собаку слагал опять. Сделал мейвинга, поставил седло, и вот так вот он выглядит. То есть именно когда все четыре внутри сидят детеныша. Здесь у меня три печки. Я установил еще две. Точнее, построил. Они забиты металлом. Надо как-то металл перерабатывать, чтобы его уже наконец-то. Блин, я еще 58 тысяч налутал. Ладно, фиг с ним. Сделал маленькую перестановку. Сделал здесь готовку. Здесь у меня верстак стоит. Здесь у меня тег грядки. Вот, немножечко расширил. Поэтому теперь у меня не две позиции, а три позиции сверху. Не видно. То есть немножечко расширил. И посадил туда культурные агрокультуры. Вот, то есть это кукуруза, лимон, картошка и морковка. Установил всех вот этих чуваков, которые собирают это. А, ну да, и там у меня лабораторная. Да уж, что с этим металлом делать? Здесь у меня, то есть там у меня садовник, здесь у меня там коллектор, собирает яйца. Кстати, яйца мейвинга, сейчас расскажу, тоже приколюха. Я вот это до сих пор понять не могу, что он делает, и пофигу, у меня генератор все работает, так что вообще плевать. Здесь у меня делается это, ну то есть как бы все работает как положено. Да, эффективное скормление качаю, я не знаю зачем, пускай будет. А вдруг тенегривы буду разводить? Пускай будут. Чё я хотел сказать? А, яйца. Базовое яйцо. Обычное яйцо. Кстати, что-то у меня на порцию. О, нормально спортится. Отличное яйцо. И простое яйцо. И в чем самый главный прикол? То есть, томишь несколько мейвингов. И базовое яйцо для базового корма. Простое для простого, обычное для обычного, ну и так далее. Единственное, что вот эти вот у меня еще не дропались, исключительно корм и, ну в общем, бирюзовый корм. На них у меня ничего не дропалось. Поэтому я не знаю, с мейвинга дропается или нет, но это с одного мейвинга мне дропаются все вот эти вот яйца. Ну и сами видите, насколько частота дропа идет. 4, 2, 2, 1. Хотя простое, казалось бы. Такие вот пироги. Ну а наверху у меня здесь все как раньше. Только слитков металла до усрача. Полимера не хватает. Цементной пасты не хватает. Там пару этих залутал. Пару этих, господи, дропов. И, ну, вот как-то так. Теперь, что мне нужно? Я посмотрел несколько видосов, как ловить тенегрива. Первый — это простой. Подкрадываешься, кормишь и убегаешь. Подкрадываешься, кормишь и убегаешь. Второй — ловушка. Ловушка, то есть, вот как здесь, только сверху идут люки. Ты закидываешь туда тенегрива. Подходишь, снизу кормишь и убегаешь. Подходишь, снизу кормишь и убегаешь. И третий я прочитал в комментариях. Типа, зачем вот типа с этим всем возиться? Там потому что бывает, что он в потолках багается, в текстурах и так далее. И вот там типа написано, зачем с этим всем возиться, когда можно просто поставить большие ворота, 4 воротина, туда скинуть и все будет нормально. И вот это вот мне идея пришла, такая прям, точнее, вот это вот мне пришло, что вот в голову надо вот этим именно заняться. Единственное, что, как оттуда убегать и так далее, я сделаю, то есть, стены и маленький аванпост, не аванпост, как этот, кибитку, не кибитку, господи, короче, это, проходную. Вот, то есть, у меня будет стоять ворота, и я просто через
двери буду пробегать. То есть, вот представьте, здесь у меня стоят большие воротины, здесь большие воротины, и здесь большие стены. То есть, я подошел, покормил и сдрапнул. Может, за две стены, неважно, короче. Ну, в общем, сдрапнул далеко. Он остается внутри, я же попытаюсь сдрапнуть оттуда. Попробуем. Также я здесь вчера полазил, половил пирашки, цикланты. Сначала притомил, каково было, то есть вот 0,9, 1,1, потом уже стал выборочно томить, да, 1,2, вот два штуки, и вот там 1,4x. Чем жирнее, тем лучше кормится, лучше томится. Вроде как. Вот, я не знаю, я их прокачиваю. Причем у меня не все прокачиваются. Вот, допустим, циклант может прокачаться. Я не знаю, как это работает. То они прокачиваются, то они не прокачиваются. Ну-ка. Жиробасы, мать вашу. Вот, обратно их закинуть легко. То есть, делаем снова корзинку. Я их для чего сюда засунул? Чтобы мне было легче их... О, на балкон уже запрыгнул. Чтобы было легче... приручить. Чтобы мне не нужно было потом по водоему бегать и искать уже нужных. А здесь у меня вот 5 хороших есть. Попробуем, допустим, с 0,9. Да, сколько вот он притомит, и потом уже будет видно. А так вот, то есть ставим корзинку, и вот он, пожалуйста, уже подготавливается ловушка для пираньи. То есть обратно можем ее закинуть в это, но, соответственно, она испортится. Ну, собственно, кто этим пользуется, те знают, как это работает. Но 40 минут она как бы потом действует. Выпустим, чтобы рыбка не испортилась. 120 левел. Она и была интересна 120 левел или нет? Или это я уже прокачал так? Пофигу. Ну а что сейчас? Сейчас идем искать на... Да, это долго была подготовка, чтобы я объяснил, что, когда, где. С помощью мода Creature Finder Deluxe ищем тенегрива. Тенегрива 120 левела, естественно, будем томить и самца, и самку, так как они имеют разницу, самцы с одним... с одними скиллами, самки с другими. Кстати, чтобы в ловушку притащить тенегриву, есть два варианта. Первый, сагрит на себя, но потом, соответственно, вы уже ничего не сделаете. Второй, не избавитесь от него, только телепортами и так далее, подобной фигней. Второе, кецалькоатль. Но кецалькоатль я томить не хочу. Я хочу сделать скифа. Еще бы я помнил, как он называется. Вот. Скифу. Но на него мне нужно дофига ресурсов. Это понятное дело. Поэтому я сейчас пойду, по ходу дела, за... Я не пойду за ресурсами, так как у меня все для него хватает. Неожиданно. И где у меня скиф? Эй! Не, ну вы видели? А, вот он сразу же появился, то есть... Слышь, ты мне чё там, забор что ли портишь? Ах ты гадёныш! Стоит мне там, забор грызёт. Слышь, звуки какие-то дебилёхненькие. Так, камень мне не нужно. Ну, управлять. Отлично. Для этого мне нужен топливо и немного практики того, как этим всем делом управляться. Потому что я на скифе гонял только, сами знаете где. Да. 100 элемента. Вроде бы он элементом заправляется. Да. Ну, немножко практики, немножко полетов. И будем уже приступать к
томлению. Ну что, давайте пробовать. Во-первых, скиф у меня не поднимал из-за того, что у меня было отключено в настройках. Во-вторых, вот сюда куда-то я поставил телепорт, назвал его второе кольцо, чтобы мне легче было перемещаться. И в целом поднаучился управлять этим самым скифом. А в целом ничего сложного. Но давайте покажу ловушку. У меня вот такие стены. Никто мне мешает сделать ворота. Но для чего у меня именно вот такие вот стоят двери? Вспомнил, как называется. Для чего именно такие двери, чтоб я мог быстро проскочить. Эсплюсовские, они быстро открываются, но даже если сделать switch manual, то покормил, пробежал, закрыл. То есть в этом плане есть энное время, когда ты можешь проскочить и то есть даже если что-то пойдет не по плану, то есть энное время, когда ты можешь проскочить. Это что касаемо вот этого всего. Ай, как же у меня здесь подлагивает в этой части карты, кто бы знал. В смысле не подлагивает, а фризит. Фризит. О, поехали. Телепортируемся в новое место. Честно, вообще представить не могу, что из этого получится. Но что получится, то получится. Ставим рыбку. И погнали за... Ну что ты врезаешься? В смысле, ты что-то... Во, выровнялся. Погнали за нашей тенегрившей. В общем, за тенегривом. Сначала за самкой пойдем, потому что... Кстати, я сейчас туплю жестко. У меня уже прошло полтора часа где-то после вот этого всего. Как я снимал. Туплю жестко вечер, поэтому, ну, сорян. Так. Нажимаем правую кнопку мыши, левую кнопку мыши, неважно, включается вот такой режим. Наводимся. Тут самое главное... Найти нужного тенегрива. Так. Нужного тенегрива, и чтобы она не сдохла. Ну. Так. Не-не-не-не. Вот, тебя. Так, отлично. Согрелась, но это проблемка. Возможно, будет проблемкой. Ладно, бог с тобой. Этот сгусток энергии, это... Она есть. Просто здесь в чем может быть... А, вот, все. Отогрелась, по ходу дела. Это типа скилл. Она превращается в сгусток энергии и начинает быстро перемещаться. Так, расход топлива 22x, да ну нафиг, прикольно. Ну типа, когда ты кого-то хватаешь, то это... Так, вот мне интересно, что вот это за... Вот это вот стрелочка. Так, ага. Это типа куда я Диноса приземлю, да? Возможно. Чпаньк. Отлично. Кстати, я вспомнил, я не взял сет. Да, я, конечно, могу. Во-первых, мне нужен сет. Маскировочный сет нужен. Это во-первых. Во-вторых, я создал средство от насекомых. А в-третьих, я
еще взял суп этот. Сейчас, короче, покажу. Черт побери. Долбанные лаги-ваги. Во-первых. Во-первых, очень сильно все багуется. И, как видите, скиф сейчас не видно. Он как вариант провалился. Да, вот он, скиф, он провалился. Во-вторых, тенегриф тоже провалился. Очень все любит пропадать в текстуры. Прям вы бы знали как. Прям аж бесит порой. У меня так этот скиф провалился в текстуру земли. И единственное, как я его смог вытащить... Вот так. Потому что я заранее ему туда закинул этот маячок, чтобы я его мог вытаскивать. Вот. Отвар из кактуса. Он тоже делает менее заметным, бла-бла-бла, все дела. Но у меня вопрос больше сейчас вот к это. Ага, во-во, все, отлично. Отлично. Она... Вот только единственное, что словлю ли я ее сейчас. Вроде и забагованная, и вроде бы нет. По идее, мне нужно ниже находиться. Точнее, выше, чем она. Вот жопа-то какая. А, так, погоди, погоди, я видел красный. Я видел красный. Так, ладно, сейчас поймаю. Все нормально. Получилось вытащить ее. Там нужно было сделать так, чтобы она на меня загрелась, все дела. В общем, все нормально. Кстати, да, скиф может включать фары. Это прикольно. Так освещает неплохо, такой голубоватенький свет. Но прикольно, прикольно. Мне понравилось. Ладно, в любом случае. Так, у меня рыба. Ладно, еще 25 минут есть. Все отлично. Юзаем одно, юзаем второе. И мне нужно дождаться, пока она будет спать. Спать. Спят они только днем. И это может быть основной проблемой. Лоб в лоб я не смогу подойти. Это самая такая моя основная проблема. И вот мне не нравится, что она стоит на месте. Она просто тупо стоит на месте, и мне это не нравится. Загрелась. Но, по крайней мере, сдвинулась, и на том хорошо. Но загрелась на постройку. Если загрелась на постройку, то это уже проблема-дилемма. Проблема-дилемма, так как она не будет ложиться спать. Пока заагрены на постройку. Ой-ой. Еще бы не лагало, конечно, вообще было бы красота, но, увы. Так. В итоге, отагрится, не отагрится. Давай сделаем по-другому. Попробуем через скифа поднять. Не знаю, сработает, не сработает, но попробуем давай через скиф ее поднять. И что с этим, что из этого получится? Отагрится, не отагрится. Да какого хрена ты? Вот я понять не могу, кстати, до сих пор, почему иногда он зависает в воздухе. А иногда зависает игра. А иногда он просто начинает падать вниз, падает и падает и падает. И вот этого я, кстати, понять так и не могу. Так. Давай попробуем ее отагрить. Нет, не получается. Она отагрилась, но...
То есть туда-сюда сгонял, прогулял ее, нифига. Сейчас попробую отцепить в другую сторону, отвезти где-нибудь там отцепить и потом уже обратно привезти. Ну, вам же интересно, как сделать так, чтобы она отагрилась? Или нет? Или у вас все всегда так хорошо было и прекрасно, что она никогда не агрилась на вашей постройке? Наверное, вы просто томили ее через жопу. Ну, можно так сказать, это без ловушек. Я хочу попробовать через ловушку. Ну, так легче, наверное. Скинул ее вниз. Вон там вверху ловушка. Она смотрит наверх и пытается добежать до постройки. Прикинь? То есть у нее настолько агрессивный в этом плане. Обалдеть. Неожиданно, насколько тяжело будет переагрить. Других хищников намного легче это сделать с другими хищниками. Ладно, пойду попробую отвезти ее кому-нибудь, чтобы она кого-нибудь захавала. Может, поможет. Вот опять. Какого-то фига двигатель отключился сам. Бесит? Короче, походу, дело не канает. Похиринозавра завалило, но все еще бесится. Все еще бесится. И реально, походу, тот совет с перестроить ловушку, он и есть. Походу, дело с ловушкой у меня ничего не проканает, да? Она так и будет беситься. Ладно, рыба портится. Нужно с этим что-то делать. А что с этим сделаешь, когда она вот так бесится? Так. Ладно, попробуем. Еще один способ. Я не знаю, короче, она набегалась и решила, что все, вот здесь ей нужно прилечь и отдохнуть. То есть она просто куда-то бежала, 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 и теперь она решила, что вот теперь ей нужно отдохнуть. Я легла спать. Сейчас попробую обратно в ловушку закинуть. Если это проканает, то ей нужно просто отвести подальше, пробеситься и обратно тащить. Ну, если что, буду пробовать скидывать на какую-нибудь такую площадку, где, надеюсь, будет меньше живности, и уже там томить простым способом, с помощью ручками без ловушки. Ну, по крайней мере, попробуем. Не знаю, что из этого выйдет. Так, пози. Ну да, по крайней мере, не агрится. Вот только единственное, что спать не хочет ложиться. Это такая проблемка для меня. Такое ощущение, что в ловушке она больше не ложится спать. Проблема. Это будет серьезная проблема. А вот вроде бы ходит, вроде бы ложится. Отлично. Стоять. Вот это говном намазаться, сожрать. Так. И что-то мне не нравится, как это отображается, как будто она в текстуру грохнулась. Ну, вроде нормас. Вроде нормас. Но она, походу, дела реально в текстурах. И мне это не нравится. Мне это чертовски не нравится. А, не, не в текстурах, точно, она же, блядь. Ой, они же в инвизе, господи. Они же в инвизе бывают. Ой, я тупой. Хорошо. Ждем, пока вылезет из инвиза. Это же самка, они в инвиз прячутся. Так, ну 16% от 0,9 рыбки. От 0,9 рыбки это очень даже хорошо.
Давай 1,4 сразу же рыбку возьмем. Так. О, уже неплохо. Есть шанс, что вот этой моей рыбки всей хватит. А, берем. Это у меня 1,2. Угу, 1,2. Отлично. Фух, самое сложное. Не, ловушка работает. Ловушка работает. Самое главное, не тупить. И отсутствие фризов. Фризов у меня хватает. Да, я тут этот луч залутал, вот это вот все там дропнулось. И с адекватного походу только седло гача, и все. Да, сразу после первого кормления лучше всего сразу же вот включать. Без вариантов. Почему? Вы ее потом не найдете. Вы его, ни ее, никого потом не найдете. Но очень, очень везет, что сразу же ложится спать. Отлично, отлично. Есть шанс, что сейчас вот это будет последнее. А это уже хорошо. Это уже хорошо. Да ладно, самца томить я уже, наверное, не буду. У меня просто времени уже поздно. Самца потом как-нибудь притомлю. Там еще будут у нас миссии, где нужно будет воевать. Ой, тут следующая миссия, я посмотрел, у меня вообще вот выжить в арк. Я посмотрел, там просто, короче, ну опять вот это, убей волны мобов. Кошмар, и еще там очки, все дела, какая-то шляпа полностью непонятная. Вот, а вот убить велик, когда уже можно будет на тенегрифах. Потому что, о, требование к миссии здесь. Приручение существ не допускается, здесь уже допускается. Собственно, вы думаете, для чего я топлю именно сейчас тенегрифа? Вот это грозный хищник. Я думаю, это какая-то химера. Частично кошка, частично колючая тропическая рыба. И целиком неприятно. И целиком неприятность. Наверное, и в целом неприятно. А, непонятно. Похоже, она также обладает необычно хорошими маскировочными способностями. Как бы ты назвал нечто подобное? Как тебе призрачная грива? Так. Отлично. Так. Собираем все. Мне потом еще на самца пригодится это дело. Так. Это вырубаем. И вот это вырубаем. Так, удар. Так, погоди. Даже интересно. Погнали до дома. Там будем тестировать. Там безопаснее. Кстати, броня 80. Не знаю, насколько это мощно или сильно, но 80 броня считаю, что, ну, уже лучше. Нежели дефолтные 25 брони на... То есть у обычных сёдел, да? То есть 80 броня это хорошее. У тенегривов нету никаких сёдел, у них есть природная броня. Даже интересно, какой у меня будет самец. И будет ли как-то зависеть природная броня от разведения их. Прям очень сильно интересно все это дело, но это уже потом как-нибудь узнаем. Отлично. Ну, понятное дело, нужно качать урон. Какая-то шкала у меня появляется. Ага, способность требует усиления узами. Отлично. Ну, чутка жопа.
Так, прыжок, это понятное дело. Есть лифт. Ага! Прикольно. Если зажать пробел, то есть прыжок, то прям ускоряется и... И ты бежишь, лагая. Ну, в общем, короче, очень быстро ускоряешься. Это прикольно. Это прикольно. А еще я хочу кое-что другое потестить. Потестить именно... Да, я так и знал. Типа, ты, получается, в радиусе, то есть, зажав правую кнопку мыши, появляется некий купол. И, собственно, в этом радиусе ты всех атакуешь. На скорость восстановления здоровья. Угу, ну, отлично, отлично. То есть, вот, сжимаем вот так. И я по всем пройдусь. Зажимаем снова. И ничего не происходит, так как КД. Да, конечно, качать нужно урон. Это без вариантов. Опа. Ага. То есть какие-то препятствия все-таки мешают, да? Ну, окей, допустим. На присесть это маскировка. Маскировка работает в области. Угу. Ну и, соответственно, работает и на меня, и не только на меня. А еще это чудо очень хорошо плавает. Ну-ка, давай проверим это дело. Вот это я понимаю кайф. Так, надо с мелководья, конечно, уйти. Вот это пошла жара. Из воды, конечно, выпрыгивает. Ну, да, там и говорилось. Помесь рыба. Прям конкретный дельфинчик, но гоняет скорость просто от духа. Мне нравится. О, под водой тоже это работает. Прикольно. Ну что я могу сказать? Нужно, значит, получается, ну примерно 5 рыб. Ну это на моих ритах все дела. 5 рыб мне получается нужно на 120 левел. На 5 рыб с 1.2. Ну, 5 рыб это в идеале. Ну, прикольно. Прикольно, прикольно. Но прыгает не сильно высоко. Стоит тоже это учитывать. Кстати, как ты добываешь этот? Органику. Ну, такое себе. Но в целом нужно будет побегать, конечно, поохотиться на богомолов и так далее, потому что, камон, мне нужны ресурсы, мне нужен сраный долбанный полимер. Да, очень сильно прокачалось, конечно, 14 лоулов это хорошо, но нужно притомить еще самца. У них работает режим стаи, у них... специальные скиллы, которые работают. Кстати, да, когда они окунаются в воду, они же дополнительный урон наносят. Ну, это как с спинозаврами. Клевые, клевые. Конечно, вот эти кисы мне очень нравятся. Да, еще бы вот у меня текстуры не забагались, вот это мыло бы не превратилось. Но мы сделаем вот так вот. И далее уже как-то получше, да, вот от мыльца поменьше видно. При телепортации с одного кольца на другое у меня вот так багаются текстуры, и это спасает только... Правильно. Перезагрузка игры. Ну, в смысле, выключить карту, включить карту. А, забейте, короче. Бокал, одним словом, что еще сказать. Ну что, за кадром я притомлю еще одного тенегрива. Возможно, мы просто побегаем какой-то из серии,
Чтобы разнообразить все это убожество в плане миссий и большого количества миссий, возможно, побегаем по локации и покачаемся. Тем более, как я уже сказал, нужно будет подлутать ресурсы. Но, как вариант, все-таки в следующей миссии пойдем на вот этом. Выжить в арк. Потому что здесь приручные существа все равно не нужны. Вот. А заодно проверю увеличение скорости приручения. Может быть. А может быть и не проверю. Может я сначала притомлю все-таки Диноса, а потом уже будет видно. Короче, неважно. В общем, в следующей серии обязательно пойдем на миссию. А там будет уже видно. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Мне, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.